Полетели, блядь. А ну, сука, кому, блядь? Файербол. Тебе пиздали, бам, да, в смысле, а ну, блядь, отлетаем, пацаны, отлетаем, блядь. Я член. Ну чё, у нас Дреко. Драгонборн. Да-да-да. 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 Ух, ёб твой роут. Ебать, а где дракон? Где ваш? Ух, блядь. Ебать. Блядь, беги нахуй. Блядь, Олег, нам пизда. Ебать. Тихо. Сука, ебаный дракон, смотри, что творит, нахуй. Он вовсю хуярит. Кто-то летает на драконе, да, получается, ебашит сейчас с него. Бля, он всех видит, что ли? Подожди, я с камер могу запалить, кто это? Ой, блядь, как он по мне попал? Кого я не могу репортить не могу. Джонни, ты вышел? Нет, Джонни! Короче, это такой дракоша. А, это дракоша. Я зарепортил. Это дракоша. Нет, нет, нет. Дракоша, ты исчез. Ты исчез. Ты исчез. Я сейчас объясню, подожди. Резко исчез. Сейчас, сейчас. Дракоша, дракона дали, блядь. Что за блядь? Я начинаю убегать от этого. А что, по КД будет завтра? Я тоже, я херил. Мне кажется, там есть какой-то КД, ну, как я думаю, да. Он огнем ко всей карте плевал. Мы, короче, просто, Джонни, забегаем вдвоем в пункт управления, там красный этот круг. Я выбегаю, Джонни, походу, не успел выбежать оттуда. Я вообще спрятался, я как вообще. Кофе верим, говорит правду. Так дракоша исчез, резко. Да нет, сейчас я объясню тебе, Аси, что ты вкидываешь? Мы стояли с Чупиксом на О2, смотрели на дракона. Не, вы понимаете, потом... если мы сейчас не выгоним его, то мы умрем. Это либо знак, либо дракоша. Нет, потом офнули, потом офнули свет, и я побежал. Я видел ник голландского, который бежит. Мы с ним бежали снизу по этой... Там, где рубка вот эта, щиты. Подождите, у нас один импостер. И мы... Нет, я голландского. Голландский реально бежал по щитам. Я не видел, по щитам. Нет, ну просто ты там бежал, я это видел. Это слишком странное совпадение. Что-то очень быстро карта. Следующего Аси кикайте. Кикайте Аси. Только следующего не будет, ну, понимаешь, следующий сдохнем мы сейчас все в таком темпе. А мы выиграли. Или тут импостер еще есть. Да не, погоди. Ебать! Еще опять дракон. Опа! И полетел, блядь, нахуй хуярить. А кто у нас дракон? Пиздец, кто там дракон? Ася оседлал дракона. Бля, ебать, если Ася фартанул, это пиздец гениально, нахуй. Пизди, все, минус го. Ебать, увернулся, бог! Бля. А че он без КД хуярит? Пиздец, Ася. Это я. Камер, вон. Я говорю, это Ася. Слышите? СВД просто бьет. Я был предателем, короче. Я вижу, Джонни и Кофе бегут. Думаю, что они, блядь, бегут? Типа, даже свет включил. Ребят, слышите, ребят. Блин, ну это крутой мод. Мне он еще понравился. Офигеть. Побились на какие-то... А, это же отдельная роль. Я забыл, блядь. Да. Просто... Так он один такой, правильно? Взяли, а что за таймер? Кто такой Джонни Таймер? Это я. Это дракон. Наездник, наездник. А почему он показывал? Типа, Джонни мне Джонни показало. Меня что, тоже да. Джонни показал. Что? Да, меня тоже в конце. Джонни, наездник, он дракон был. Ебать. Радуйся, Джонни, ты выиграл. И я, кстати, зарепортить не мог, труп. Понятно, почему-то. повелись, понятно. Блядь. Ебать, а как тут выиграть реально тогда? Надо найти того, кто типа этот дракон. Так, вот тут Олег. Он, видимо, не знает. Оп, не знает, блядь. Глич с нами. Блядь, но он же импостером тоже может быть. Так, а где Олег? Походу, Олег. Я Олега потерял. Надо срочно всех увидеть. Так, Олег тут. О, дракон! Блядь, кто? Что? Что за хуйня? Они хавают или чё? Блядь, в пизду. Так, Аси здесь. Подожди. Блядь. А он на кого там он хуярил? Отъебись! Сука! Да я твой рот, драконий, блядь! Пизда нахуй, Асулжан, на нахуй. А кто там приручил его, блядь?
Да это же нереально! Кто был? Подожди, я, короче, что сделал? Я отправил двух драконов на вас, которые летели за вами. Вы не видели? Да, я видел. Да, я видел. Вот, а потом превратился в дракона, типа оседлал дракона и начал сверху... Блин, это так. Бля, ну-ка, да это ужас. Кофе. Когда ты драконом становишься, мы тебя увидеть можем вообще? Нет, вы никак... Ты взлетаешь? Я взлетаю. Смотри, я взлетаю, и получается мой скин, мой персонаж, он испаряется с карты, понял? И он... С методом исключения мы должны догадаться. Да, там КД есть, то есть смотри, ты когда, там, то есть ты не бесконечно летаешь так на нем. Так, бля, пиздец, забей, увернуться. Я уворачиваюсь, типа, и, блядь, все равно умираю, что за хуйня? Пинки ебаны, блядь. От красный круг уворачивайся. А вот эти драконы, которые летят, кнопка не жмется, что делать? Да, убьют. Маленькие дракончики, да? Пиздец, блядь. Ну, когда кто пропадет? Голландские. Давай, похуй, пошли с этим знатом, блядь. Все, это 51-й, блядь, поставься нахуй. Я нажал, блядь! Ебучий пинг, нахуй! Ебать, я катку выиграл бы сейчас, нахуй, пиздец! Блядь, я бы сейчас просто катку выиграл, блядь! Сука, ебаный пинг! Так, смотрите, это не дракоша, а, понятно, не голландский. Это не тато, это не тато. Не Аси, это не Аси. Не Аси, не Глистом, не Кофи, это знат. 100% я всех видел, кроме знатов, всех видел. Я не знаю, Глича увидел. Глича кто-то видел? Я видел. Это знат. Подожди, стой! Когда огонь юзался, знато единственного я не видел. Не-не-не, голландский со мной был, когда огненный шар падал, так что это не подобно. Точно? Я и кофе видел, скорее и всего, либо... видел, и Аси может, видел. Олег? Ну, смотрите. Нет, Олег, мне кажется, Да это знат, мы выиграли. Не-не-не. Да! Я на секунду подумал, что игра продолжается. Короче, я в рот ебал, этот сервер ебаный, это хуйня ебаная с пингом. Я стою у кнопки, нажимаю спам, я видел, как знат улетел, блядь. Я уже стою этой ебаной кнопки, нажимаю, пинг не работает, я умираю от взрыва, блядь. Это пиздец, хуйня ебаная, блядь. Можно пойти на хамачи. А у меня-то не убежал. Нельзя выполнять задание. Короче, когда дракон превращается, вам нельзя выполнять задание, где стоять надо. Я сделаю... Два быстрых задания сделал, все. Не, прикол в другом, слушай, Джонни, ты бы кнопку так и так не нажал, она не нажимается, даже когда все в подчинении. Да, кстати, это правда, у меня тоже не нажимается кнопка вообще. Это пинга, ребята. Слышишь, общий сбор нельзя сделать во время того, как вы сейчас сделали? Я труп зарепортил. Я репортил. Бля, уже пинг. У меня в первой катке не репортил тоже труп, а сейчас нормально, я зарепортил, мы знатые выиграли все по плану. Блин, так обидно, я так орал. Да. Выиграл-то, блядь, не понял. Мирные, я так понимаю, потому что импостера убили. Так, два задания, отлично, в электричестве. Сейчас выиграем нахуй, просто на изи, блядь. Блядь. Не надо сюда, пожалуйста, не надо. Так. Быстрее, блядь. Это не драгония. Все, я выполнил сюда. Столовая, два человека. Глист и... Короче, если что, импостер у нас глич, а дракон я не знаю кто. Джонни, клянусь, я не импостер, я нажимал на кнопку, блядь, даже на стриме у меня, можете посмотреть. Я нажимал кнопку, так. Не нажимается, блядь. Не, он долго у трупа стоял, да, я тоже мимо него проходил. Потому что Ася сейчас задание сверху качал, делал, когда я пробегал мимо него. Я, блядь, вообще, мы справа были. Я не знаю, почему не нажимаю. Да, Олег, подожди, Драгоня, ты видел, как, ну что, тогда получается дракон у нас щупикс? Чупикс около меня был в последнюю секунду. Так, Ася, так, нет, глич или Чупикс? Ты определись, Драгоня? В смысле? Может, нет, у тебя Рокзестера, блядь? Я сначала пробежал в центре у кнопки. Там стоял глич на трупе. Так. Показывал, что не можешь ничего сделать. Потом я ушел... Я ушел в навигацию, там тоже один труп лежал. Так, и Чупикс... Я еще думал, это я его репортнул. И потом Чупикс, да, под конец я увиделся. В навигации?
Ну да, он навигатор. Я не видел навигации Чупикса, он короче, я дракона. Короче, я вам так скажу, можно репортить и кнопку нажимать только когда он с дракона слезет. Да, и по сути, если ты смог нажать репорт... Все, это Чупикс, это Чупикс. А как момент этот поймать? Так почему я-то... А как этот момент поймать, что он слез с дракона? Смотри, просто поймать, смотри, короче, я сейчас... Одну секунду, я был в управлении, типа, и там, типа, я смотрел, что, типа, в управлении никого нету, и два человека в столовой. Сейчас я, типа, шел, вижу там глич. Подожди, драконь тогда получается импостер, блядь. А этот дракон, все. Я вообще никто. Все получается, изи нахуй. Погоди, я кнопку не... Я, давай. А ну, драгоня, давай. Что? Я тебе короче, а может ты... Объясняю. Возможно, мы выгнали Темера, но не выгнали импостера. Ну, так да, ты импостер, да, объясняю. Да. Чуваки, нет. Одну секунду. Только что, вспомните, что сказал подожди, Драгоня. Подожди, у нас импостер и Темер — это две роли, подожди. Так я бы не стал так палиться, думая, говорить. Да, здесь импостер. Смотри, еще раз расскажу. Драгоня сказал, что он увидел в последний момент Чупикса в навигации. Ну, в управлении, подожди, навигация это самое правое, да? Да. Где штурвал, ну. А, блядь, я с управлением перепутал, ну понятно. Ну все тогда. Чупикс как раз около меня, то есть бля, может это знату, сейчас так пахтёрски. Там был труп, но видимо... Блядь, я спросил, я реально думал, у нас один дракон. Не-не-не. Все, дракона нет уже, дракон нет, скип. Ну импостер остался тогда. Да. На камерах быстро. Над управление пошел. Через низ. Когда он так успел через низ пойти, если... Он понял. Так, Драгония. Через люк вышел, да? Он через люк вышел. Драгония выполнил глич. Пойдем быстро. Там может быть мертвый знат. Управление столовой. Все, здесь. Все на месте. Пол. Драгония знат. А чего вы так задание долго выполняете? Алло, два задания, блять. Вы ебнутые, что ли? Знат. Аси глич. Знат, аси глич. Драгония живой вообще? Живой. Ебать, откуда вы драгоню вытащили? Ты был там? Я так стану? Не, ну не, меня видно. Ладно. Бля, знат пиздит! Это же... Такое задание длинное! Че там, я хуй... Тяжело в это верится, подожди. Теперь закрыто. Короче, чуваки, знат, какие у тебя задания? Мне кажется, знат пиздит немного. Мне осталось это, конечно. Просто объясню. Подожди, а какие задания ты выполнил? Задания выполним. Пусть призраки тоже задания выполнят. Проводки, перекачка, два... Все, по-простому, у нас всего два задания. Пиздёшь. А нахуй ты бензин зальёшь? Ты уже... В смысле? У меня бензин остался. Так ты провода, еще что-то и бензин. Да, и ты три уже перечислил. И три задания перечислил. У меня три задания. Три. У меня тоже три. Что за хуйня? Тоже три. У меня было номера, Не-не-не-не-не-не-не-не. Они должны быть взаимосвязаны. У знато не взаимосвязаны. У меня два были. Ну, ну все, вот. У знато три не... Три. Я мирный. Короче, самое простое, почему, скорее всего, канистра — это длинное задание, у нас два коротких стоит вообще. По факту. Ну все, знат уже, можно идти. Все. А в меня кто? Знат. Ну, это знат. Логично. Знат. Да все, изи. Жалко наездника. А вы могли сказать, что у нас еще предатель да, есть? Да, так, в смысле, да, вы не да, поняли? Так кофе даже не понял, при нем убил. Я даже не понял, я смотрю, знат бегает живой, я думаю, о, ура, типа он не дракон, Теймер. Я бегает вместе, и тут он меня убивает, я такой, не понял. Вы сами объясняли, есть отдельная роль, блядь. Да. Я думаю, что ты мой труп не зарепортил вообще. Да, ну, наверное, кто-то из призраков не сделал. Да. Не, я сделал. Что, не хватит делать это дерьмо, блядь. Я делаю дерьмо, ребята. А сейчас я сделаю нереальное дерьмо, блядь. Драконы в атаку, блядь. В атаку, нахуй. Я вот-вот с вами, пацаны. С вами, блядь. С вами, блядь. У меня заданий, кстати, нет. Опа. Блядь. Бля, там драконы летят, нахуй. Там драконы летят, опасно. Сука, там ебаные драконы. Там драконы были. Так. Короче, надо взлететь срочно. Так, там Олег. Может, он импостер? Я за мной надеюсь, что никто... Кто? Давайте начнем. Короче, Я сдох! Что? Мы их на голосовании нас драконы сожрали! Гениально, нахуй! Что было, подожди, не понял. Ничего не понял. Погоди, Джонни, ты был драконом? Да!
Всех сожрали просто или как? Ебать, да, гениально! Я видел драконов, которые подлетали к общему сбору. Подожди, мелкие тоже убивать могут. Это получается. Да, они убивают. Короче, знаете, в чем дело? Нет, это не баг. Я дважды вызвал. Первых уже... Вы первых увернулись, а вторых сейчас на голосование, нахуй. Ну, это баг. Да подожди, а как ты первых вызвал и при этом рядом со мной пробежал? Я тебя запомнил. Там ничего не происходит, да. Типа, когда ты их вызываешь, типа, да. Никакой анимации. Так, в смысле, это не баг, Джонни, это баг? Это да нет, не выиграл, надо давай. Превращаться в драконов. Гениально. Короче, ребят, я выиграл, блядь, изи нахуй, самая легкая победа за Dragon Tamer. Богоюзер. Ладно, блядь, богоюзер так богоюзер, нахуй. Закачку файлов. Быстро. Свету. Подожди, стоп, ребят, смотрите. Задание с перекачкой файлов, да? Да, даже но... длинное задание. Да, не-не-не-не-не, оно есть, оно есть. Он есть, оно есть. Чего? Базару ноль. Нет, подожди, это длинное задание. Нет. Ну ладно, на всякий случай, вдруг длинное задание, скажу, что Снат сейчас к нему подходит. Может, проголосуем за Голландского, что-то он, бля, подозрительный компьютер. Нет. Нет. Ну-ка, я смогу за импостера выиграть? Блять, надо драгона этого убить каким-то магическим образом, блять. Ой, блять. Кто-нибудь взлетит, давайте посмотрим быстренько сейчас. Сейчас у нас откатится. Я все равно импостер мне похуй. Взлети, пожалуйста, дракон этот, блять. Ой, блять, драконы летят, нахуй. Навигацию пойдем. Ой, блядь, нам пизда, пацаны. Нам... Опа, кто там взлетел? Или это там драгоня был, да? Там драгоня был. Ебать, убегаем. Так, бежим. Так. О. Это Олег. Это Олег, пацаны. Это Олег, нахуй. Ебать! Ебать, увернулся! Это Олег! Это Дракоша! Драгон таймер, да? Драгон таймер? Да. Импостер Олег. Чего это? Как страшно. Короче, с левой стороны приходил Олег, я туда иду, я вижу труп, там знат справа меня стоял, он видел. Тогда для чего я сделал первое обсуждение, где заподозрил знат в том, что... Ты меня выгнать хотел, потому что... Но нет, потому что я не знал, что это длинное задание, понимаешь? Мне это не выгодно нифига, я мирный игрок. Это может быть. Дракоша со скоростью света пронесся по карте. В смысле, куда я пронесся? Нам в первую очередь нужно выбить дракона. Дракон. Он реально вкидывает, я стою. Следующий Олег. Будем тебя выгонять. С чего я? Да. Я еще раз говорю, слева ты пришел, и там труп валяется. Я бежал. Он там до этого валялся. Там дракон еще живой был. Че ты, блядь, пиздишь ты много, Олег? Извини, тату. Извини, брат, Олег, просто. Это Джонни. Хорошо, Галыч. Короче, хорошо, объясни, давай. Он убил Глич-Стомпа. Он убил Глич-Стомпа, залез в люк в вентиляцию. Я вылез на камерах, я бежал посмотреть, что. И он с той стороны бежал обратно в Олег. Я был на столе, который показывает, где кто находится. Со мной был еще кто-то в этом пункте. Нет. Короче, объясни. Подожди, во-первых, это был странный год на меня. Олег, очень странно. Ну все, я понял, что ты... Во-вторых, смотрите, он как убил, он сразу начал вину скидывать на меня, хотя в этот момент я стоял в пункте управления, со мной был еще один человек, как раз таки два человека по пункту я смотрел. Убедительно. Одну секунду. Дайте я договорю. Смотрите, просто я слева увидел Олега, который прибежал, со мной сходил знат. Я вижу, лежит труп Аси. Я все... Он давно там лежит. Он там давно лежал, потому что его дракон убил, скорее всего. Нет, тогда дракона не было, в этом-то и дело.
В этом-то и дело, что дракона не было. Летели. Был. Смотри, мы закрыты дракон были в. Блять, мы в электричестве закрыты были, сука, идите на нахуй. Давай, давай, иди, давай. Нет. Лапшу на уши вешать, может другим игрокам, давай. Короче, я вам говорю, я типа закрыл нас в этом в электричестве, и было дракон. Ну, типа, они летели на нас всех. Я знаю, что мы все это время. Так мы в это время все закрыты были огромное количество времени. Угадал. Единственный, кто прибежал оттуда, это был Олег. Блин, голландский так уверенно топить начинает, вот любого затопит. Потому что я сейчас был 100% уверен. 100%. Да ты со мной также был уверен. Отпечатки там какие-то левые на лупе, блядь, увидел. Нет, тогда это специально ты бил. Тогда я тебя специально топил. Ну, он вообще по заданию топил тебя. Лапки, да. Сейчас будем хуярить, блядь, по полной программе. Блядь. Ой, блядь. Драконы, заберите меня нахуй, блядь. Ну, давай вот так сделаем. Оп. Полетели, блядь, пацаны, нахуй. Полетели, блядь. А ну, сука, кого ёбнуть, блядь. Файрбол. У, сука, тебе пиздалек, нахуй. Бам, да, в смысле, нахуй. А ну, блядь, отлетаем, пацаны, отлетаем, блядь. Отлетаем. Да что они не умирают, нахуй, я рот ебал. Ебаный пинг, блядь, что это за хуйня, они не умирают просто. Они не умирают. А, умер, наконец-то. Это, блядь, это Олег, походу, убил. Блядь, и что? Так, ебать, сука, Мансила, как мразь! Как мразь, Мансила! Дракоши, не, они не драконы. Нет, стой, подожди, Чупик, подожди, подожди. Что? Джонни дракон. При мне, Джонни, скорее всего, дракон, а при мне кто-то убил Кофи, кто-то при мне... А, нет, стоп, Кофи был импостером, Кофи был импостером, он при мне убил, и его дракон замочил, его дракон замочил. Джонни дракон, это сразу видно, импостера, импостера. Чуваки, короче, я не хочу играть в этот режим, объясняю реально почему. Потому что Пинг! Я так ненавижу! Я это хуйня ебаная, блять, реально! Через просто камачи, как ты, люди. Ты реально играешь, типа, ты уже убил всех на корабле! Я всех на корабле уже убил! Вы просто по огню ходите, блять! Я просто на вас... Ну это пиздец, такая хуйня, бля, пиздец. Это реально хуйня ебаная, это ужас просто. Да, Джонни, у всех так, у всех так. Блядь, это, ну, мы все в одинаковых условиях. Блядь, а в чем прикол тогда, блядь, нахуй? Нахуй вообще на дракона залазить, блядь? Старайся по центру, нет? Не знаю, меня прекрасно все ебут, блядь, за этого ебучего дракона, я уже заебался. Дважды, нахуй. Сука, все. Вторая попытка, полетели, блядь. Нет, я не буду сейчас, я буду этих реально дракончиков этот призывать. Ну. Ой, блядь, они за мной, а? Блядь, за мной два дракона летят, нахуй. Нет, 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 зачем? Зря ты нажал. Зря ты это сделал. Нас сейчас разъебут, да, драконы? Да. Блядь, кстати. Так, голландского выгоняем. За мной два дракона летело. Скипайте. Выгоняем голландского по фазу. Кого выгоняем, я сдох. Так он сдох. Я единственный сдох. А как ты умер и разговариваешь? А кого вы выгоняете? Забагало. Ты нас подставил сейчас с драконами. Похуй, этими, похуй. Я, себя я драконами ебать буду. Вот, все, я уже вызвал драконов, нахуй. Мне похуй, блядь. Мне уже похуй, блядь. Классно. Я понял, в какой момент мы сдохли. Лучшая игра. Спасибо. Yes, минус 5. Кто там, блядь, стоит нахуй? 51-й, блядь. Охуенная игра, блядь. Да что за бред? Ну простите, охуенный режим, ребят. Это Джонни, я его репортить шел уже. Да какая? А как ты узнал, что это я? А ты короче, Богом единственный, клянусь, кто драконов вызывает, прям вот только игра сразу драконы. А ты в курсе, кстати, Галагерш, ты в курсе, что драконы даже на меня летят? Они на всех летят, даже на типа Dragon Time. Ну короче, я тебя бегу репортить, и в этот момент меня жрет это говно. Ну, Джонни возмущается, он второй раз подряд дракон. Так я вот багом теребую.